Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardtrust Info. В данном видео расскажу, как разрешить установку из неизвестных источников на устройстве Doge S-Punk. Для этого зайдемте в приложение «Настройки». Тут выберем пункт «Приложение». Прокрутим вниз до пункта «Специальный доступ» и нажмем на пункт «Установка неизвестных приложений». Выберем приложение, из которого мы будем, где разрешим загрузку. Я, например, выберу Chrome и нажму «Разрешить установку из этого источника». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и до новых встреч!